Всем привет! Сегодня у нас диверсия. Работали на поле и наткнулись на такую ерунду. Вот так она выглядит. Как ни брось, все равно штыком вверх. Явно подкинули, непонятно кому и зачем это нужно. Ну, явно диверсия. Пробили колесо. Шнурком исправили ситуацию. Вот, покажу еще раз. Как не бросаешь, все равно штырем вверх. На сегодня все. Всем пока, не пробивайте колеса.